Всем здорово, друзья! Сегодня прям бомбический смартфончик должен, настоящий хитяра. На самом деле была публикация на телеграм-канале «Скидка на Алиэкспресс». Вот можете посмотреть публикация. И, собственно, здесь говорилось, что с 9 по 13 января этот смартфон будет стоить всего лишь 15 тысяч рублей, что очень-очень хорошо для столь четких, крутых характеристик. Много сейчас будет очень распаковок, много очень сейчас обзоров будет на YouTube, потому что действительно очень хорошее предложение. Так, ну и что, конечно же, хотелось бы сказать, то, что подпишитесь на телеграм-канал «Скидки на Алиэкспресс», чтобы не пропускать такие вот выгодные предложения. Сейчас на данный момент телефон чуть стоит дороже, но все еще по очень хорошей привлекательной стоимости. Ну, в общем-то, оставлю я еще ссылку в описании на этот смартфон, прямую ссылку. Эта ссылка ведет на магазин, официальный магазин компании, не посредников, так что у них самые лучшие цены, ну и, в принципе, как бы есть некоторые гарантийные обязательства. Итак, коробочка от компании Blackview. У смартфона три расцветки. Ух ты, слушайте, а здесь пленка. Я что-то не помню, чтобы компания Blackview упаковывала в пленку. Обычно все это дело приходит без пленочки. Итак, у нас сзади частичные характеристики. Конечно, в этом видео вы посмотрите как и распаковку, так и обзор смартфона. Но чуть позже. Итак, Android 12 на борту. Внимание, Helio G96. Отличный процессор, достаточно мощный. И в игры поиграть, и в принципе для системы будет отлично. 5000 мАч аккумулятор. Несмотря на то, что это защищенный смартфон, то есть тут полная пыль, влагозащита, IP68, IP69K и в том числе армейский стандарт защиты MIL-STD. Тот самый, который позволяет вам ронять смартфон там на 1.5 метра. В общем, грязь, пыль, еще раз, перепады температур от самых жарких условий до самых холодных условий. В общем, зима, снег, мороз, там, метель, дождь, ничего не боится, соленая вода. Пожалуйста, опускайте, снимайте видео, есть режим подводной съемки. Итак, далее, внимание, 6,80, фу ты, блин, подожди, 6,6 дюймов у нас Full HD Plus матрица, IPS, да еще плюс ко всему 120 Гц, 16 мегапикселей, это у нас фронтальная камера, 50 мегапикселей у нас основной модуль камеры, плюс 8, я надеюсь, мегапикселей, это широкоугольная камера, 8 гигабайт оперативной памяти, 256 накопитель, уже с коробки, но... В принципе, можно расширить, и здесь в уголочке указано, вот, пожалуйста, перед вами, до 14 гигабайт, то есть 8 плюс 6 путем отъема от встроенной памяти. Ну и, конечно же, у нас здесь стереозвук, и не просто стереозвук, а от компании Harman. Снимаем пленочки, знакомимся с смартфоном далее. Сейчас посмотрим на материалы, на мою расцветку. К слову говоря, где тут расцветочка указана? А вот, у меня зелененький цвет. Три расцветки, есть зеленый, есть оранжевый, есть просто тупо черный цвет, но... Все эти расцветки сводятся к одному. Там есть такие полосочки, они цветные. На фоне компании Black логотипа вот такого красивого симпатичного принта виняется, как обычно, такая стена. 2D изображение. Открываем коробочку. Ну давай, открывайся. Опа, есть, да. Такие у меня зелененький цвет. И, честно говоря, мне как-то зеленый больше понравился. Гамма-клавиатура, это особо нам не интересно. Далее с логотипом компании Blackview. Вот такой вот медиатор, чтобы заглушить и открывать резину. Видимо, лоточек там еще. А, еще у смартфона беспроводная зарядка. Да еще, по-моему, заявлено 30 Вт, если не ошибаюсь. А я не ошибаюсь. Итак, у нас Type-C на Type-C провод. Пожалуйста, белого цвета. Такой толстый, мощный, хороший. Ну, хорошего качества действительно провод. И зарядочка у нас со следующими характеристиками. Евровилка, здоровая такая тяжелая зарядка. Внимание, на 66 ватт. Вот так-то вот. Это вам не шутки. Действительно, очень хороший зарядный большой блок. Ну, слушайте, 5066 ватт. Ну, я думаю, минут так это за 40 будет заряжать. Ну, что, переходим к смартфону. Так сказать, к самому интересному. Наклеечку. А, ну, ух ты. Слушайте, он симпатявый. Очень он напоминает предыдущую модель от компании Black. Уж больно сильно напоминает. Вот такой у нас задний. Спереди, опять-таки, у нас основные характеристики смартфона. То, что я вам уже перечислил. По левому краю у нас металлическая вставка. По правому также металлическая пластина. Зеленая кнопочка. Вот такая вот подписанная. Эту кнопку можно настраивать. Там на фонарик включать, скриншот делать, допустим. Да? Или запускать какие-либо другие приложения. Все на ваш вкус. Одинарное нажатие, нажатие, двойное нажатие, а также длительное удержание, все на это работает. Дальше лоточек. Лоточек можно, надеюсь, да, не получится. Все-таки придется воспользоваться вот этим самым медиатором, инструментом специальным, который они вложили. Ага, ну вот, отлично. Обратите внимание, что здесь вот такая вот резиночка красного цвета специально, да,
И о, да. Прекрасно. Опять-таки, еще один плюс. Одновременно две сим-карты можно поставить. И карту памяти еще расширить. И без того здесь много памяти, 256 гигабайт. Но еще можно и расширить встроенную память. Ну, это же прям шикарно. Оперативки очень много. И встроенной памяти очень много. Да еще плюс можно расширить. Далее, по правому краю у нас кнопка включения-выключения. Немножко она в таком обрамлении, как бы, да. Есть такая вот, по краям идет полосочка красивая, симпатичная. Это еще и сканерщика пальца. Плюс-минус громкость, так и подписаны плюс-минус. Опять-таки, все кнопки металлизированы, одна и вторая там все-таки пластиковая, зеленого цвета. Ну и присутствуют с обоих сторон такие винтики под звездочку. Телефон разборный. Далее, зеленые проушины, зеленые вот такие вот пластиковые вставки. Это очень, наверное, скажется неплохо. На том, что, ну, если вдруг потеряли где-то по квартире, быстрее найдете свой смартфон. Итак, у нас с нижней грани получается перфорация основного динамика, отверстие микрофона и под заглушкой. Так, и под заглушкой. Да что ж ты будешь делать? Не с той стороны беру? Ага, так и есть. Так, ну, у нас заглушечка крутится-вертится во все стороны на 360 градусов. У нас для передачи данных и заряда аккумулятора Type-C разъемчик. Сверху у нас присутствует надпись Harman. Вот так-то вот. И еще одна перфорация, опять-таки, основного динамика. То есть у нас звук идет с этого торца и с этого торца. Шикарненько. Четко по центру у нас три пиктограммы. Пожалуйста, вот дождь, грязь, ударопрочный смартфон. Три основных действия, которых он не боится. Видимо, компания Blackwell здесь составила такой незаметный логотипчик свой. Зеленый, опять-таки, проушина, чтобы вешать там куда-то на рюкзак, на шею, на руку. Вот так у нас выглядит блок с камерами. Получается, у нас даже три линзы и однотоновая вспышечка. Здесь подписано 50 мегапикселей AI камера. В общем-то, все это прорезиненный пластик. Здесь еще раз металл. У нас углы такие немножко усиленные, мощные, противоударные. Ну, ничего такой большой. Да, он такой достаточно широкий, достаточно высокий смартфон, не маленький. Ну и спереди, так понимаю, приклеена еще защитная пленочка, которую необходимо аккуратненько ставить на дисплей. Да, так и есть. Перед вами дисплей. Смотрите, какая зелененькая, красивая, симпатичная окантовочка вокруг. Она же возвышается над дисплеем, тем самым защищая его от царапин, в том числе и ту самую пленку, которая приклеена на дисплей. Или, возможно, вы приклеите сюда защитное стекло. Также, смотрите, вот так вот у нас выглядит фронтальная камера. Не могу навестись. Так, вот она, фронтальная камера. Ну и микрофон, разговорный микрофон, перфорация симпатично сделана, достаточно небольших размеров. Нормально все выглядит, черный абсолютно полностью дисплей, даже не видны, а вот видны вообще-то отступы. Ладно, ну что, я запускаю смартфон, сейчас буду проходить первоначальную настройку, им пользоваться, но потом в дальнейшем я вам покажу, как он работает. Слушайте, очень хороший здесь должен быть дисплей, 120 Гц все-таки, IPS хорошая матрица, я уже вижу, что хорошая, потому как, естественно, еще раз, в очередной раз, у меня три соубокса, очень яркие, сверху и по бокам, и при этом, посмотрите, какая детализация, во-первых, ух ты, класс вообще, великолепная детализация, никакой пикселизации тут абсолютно, ну и по яркости все отлично. В общем-то, за 15 косарей с такими характеристиками, ну, навряд ли вы что-либо лучше найдете на рынке на данный момент. Это, наверное, все-таки очень хорошие характеристики. Я даже уверен, что у компании Blackwell, во-первых, очень хорошая здесь поверхсистема, своя собственная оболочка с огромным количеством настроек. Там и иконочки меняются по размерам, иконочки меняются по, ну, там, овальные, квадратные. Какие-то. В общем, очень гибкие настройки, классная оболочка, вам понравится. Итак, друзья, смартфон, оказывается, имеет еще один маленький сюрприз. Сейчас я вам покажу. Интересная фишка, достаточно приятная. Может быть, не глобальная, но вам, возможно, даже и пригодится. А просто, может быть, порадует. Короче, давайте по мелочам. Начнем с того, что смартфон имеет неплохой, достаточно неплохой сканерщик пальца. Смотрите, как быстро он срабатывает. Стабильно, быстренько так. Ну, для примера вам другой палец. Вот. На какой разблокировке, чтобы поверили мне на слово хотя бы, что действительно... Так, что сейчас тормозил? Ну, в общем-то, примерно так из 10, 9 раз точно разблокируется. Перед вами вот такой вот красочный, сочный, насыщенный дисплей. Кстати, ну, Вантуту набирает 350 очков и на средних настройках, что Asphalt 9, что Call of Duty, все отлично тянет на средних настройках, вообще нет проблем. Можно сказать, игровой процессор. Так что, если по играм, все отлично, никаких претензий нет.
Да, вот такие вот отступы есть, но, знаете, они не напрягают. В целом симпатичный аппарат, но он не маленький, я вам скажу. Смотрите, вот я вот специально тут свой Poco взял. Это по поводу названия к видеоролику, да? Это компания Xiaomi. Да, я им пользуюсь. Вот так вот по толщине. Как видите, по высоте он гораздо выше, хотя это не маленький телефон. По высоте и по толщине больше, да и по ширине больше. Ну, такая здоровая лопата. Но для защищенного смартфона по толщине он достаточно неплох. Ну, опять-таки, из-за наличия столь небольшого аккумулятора для такого сегмента. Все-таки я привык, что тут 10 тысяч мАч, аккумуляторы 20 тысяч, 22 тысячи мАч. Здесь, естественно, поменьше. Они пошли другим путем. У аппарата есть, конечно же, NFC, спокойненько подключаете, бесконтактную оплату. Но особенно, что интересно, я вот сейчас, кстати, вам покажу тот самый сюрприз и продемонстрирую звук, потому как звук здесь действительно достойный. Для этого я перейду в ТикТок, громкость на всю. Не превратись в верблюда. Так, по изображению. Тут действительно 120 Гц, причем можно это все дело... Так, что такое? Можно это все дело включать... Можно включать как умный режим, так и 120, так и 90 Гц. В общем, все шикарно работает, плавненько. Ну, вообще, в принципе, летает смартфон. Тут рабочие столы, тут меню приложений. Все это можно отключать. Иконочки, как видите, я сделал такие квадратненькие. Можно сделать и овальненькие. В общем, большая кастомизация. Много всяких интересных красочных обоев. Вот как, допустим, вот это обои, родные обои, которые есть в системе. То есть, вот, допустим, мы сейчас вот так вот проходим. Смотрите, обои. Посмотреть другие, ну, кроме того, что здесь уже встроены, посмотреть другие обои. Вот, пожалуйста, и категории. Погнали. Природа тут, реализм какой-то, путешествие. В общем, они идут хорошей дорогой, друзья. Да, представляете? Практически как уже у Xiaomi. Посмотрите, свои обои. Можно спокойненько устанавливать, что-то здесь подобрать. Прикольно, прикольно, молодцы. Так, ну, возвращаясь к ТикТоку и возвращаясь к звуку. Harman здесь звук, я так понимаю, что это надстройка звука. Но что я хотел еще продемонстрировать, сейчас увидите. Давайте к ТикТоку вернемся и просто к изображению. Я не понимаю, где он вообще ходит, едет, что там вообще делает? Как разблокировать любой телефон? Определенно здесь стереозвук, то есть идет с этой стороны и с этой стороны. Но что самое интересное, обратите внимание, сейчас вот в эту область, здесь находится индикатор. То есть индикатор спереди, который реагирует на пропущенные звонки, уведомления, там, при заряде аккумулятора, в том числе при разряде аккумулятора. Ну и здесь, причем с RGB подсветкой круговой. Вот сейчас вы увидите, давайте начнем. Ну, такая вот приятная фишка. Я думаю, многим это понравится. Да, это бесполезная фигня. Хотя не совсем бесполезная. Опять-таки, пропущенные уведомления. Если вот так вот кладете телефон, пропущенные уведомления и все в этом духе. Ну, тем не менее, вот есть такое. Из-за того, что пил много пива. Холодно, холодно. Ну, думаю, достаточно. По звуку все понятно, по экрану все понятно. Теперь смотрите примеры фото-видео. Камера здесь действительно порадовала, потому что как стабилизация изображения в такой данной ценовой категории, да еще учитывая, что это все-таки защищенный смартфон. Блин, честно говоря, удивил. Смотрите примеры фото-видео. We'll be right back.
пример видеозаписи на Blackview. Итак, по характеристикам камеры, фронтальной и основной камеры. Во-первых, самое главное и самое приятное в этой камере — это то, что есть наличие ползунок, есть стабилизация изображения. Это очень круто, наконец-то. Есть стабилизация изображения. Качество, как видите, неплохая детализация. Камера умеет записывать основная до 2К. То, что вы видите перед собой, это Full HD качество. Ну и давайте я подвесу вот так вот. По-моему, очень неплохо, учитывая, что я снимаю на кухне при обыкновенном освещении. Тут вот 3 лампочки горит, и все. Как вам звук, обязательно отпишитесь. По-моему, неплохо все, на первый взгляд. Мне нравится, как он видео записывает. Вот так, еще праздничное настроение. Да блин, что-то у меня не получается. Не хочет. Да шоп тебе. Ну, неплохо. Проверим еще детализацию. Мне нравится камера. По крайней мере, то, что я вижу перед собой, мне очень нравится. Но вот в обычном освещении на телефоне смотрится очень все достойно. Ладно. Пошли на балкон тогда. Чешем на балкон. Кактусы у меня подросли конкретно, вытянулись. Ух, холодно. Зима. А снега в этом году еще так и не видел. Ух, как красиво. Вы посмотрите на это небо. И послушайте звук улицы. Я помолчу, заткнусь. А ну-ка, автофокусировочку проверим. Ух ты! Одновременно и быстро, и плавно. Мне нравится. Ну, небо просто шикарное. Очень красивое зарево, красное такое. Сейчас восход. Раннее утро. Очень красиво. Ну, вот такой он. Blackview BV92-00. Забыл, наверное, сказать. Фронтальная камера пишет вплоть только до Full HD качества. Что касаемо в целом камер, то они и видео, и фото, все отлично. Но это ладно. Есть также ширик. Макро и ширик. Ширик неплохой, кстати говоря, тоже. Вполне себе неплохо здесь по камерам. Прямо порадовало. 50 мегапикселей отдельно в режиме. Ну и полный набор камер, как обычно. Вот это портретный режим. Все остальные функции здесь присутствуют, в принципе. Так что по камерам удивительно, но для такой цены очень, по-моему, неплохо. Смотрите на иголочки. Конечно, другое дело, там я посмотрю на экране, на большом, на компьютере. Там посмотрим, что получится. Но на дисплее смартфона смотрится все очень даже достойно. Что радует, то что шторку можно выдвигать, опять-таки не тянуться до самого верха, как у некоторых компаний. Вот так вот можно сделать шторочку следующим образом. Здесь вы обнаружите NFC, подводную вот видеосъемку, фотосъемку можно путем отключения дисплея. Каплевидный вырез у нас. Беспроводная зарядка здесь есть, быстрая зарядка есть по комплектации, да, это отлично. Много памяти, отличный процессор, неплохие здесь камеры, хорошая видеосъемка для такой ценовой категории, учитывая, что опять-таки это защищенный смартфон. Да хренища памяти, неплохой, как по мне, дизайн, IP68, IP69 и все это примерно за 15-16 косарей, по-моему, это просто подарок. Если вы так не думаете, отпишитесь в комментариях, хрен бы с ним, я почитаю. Всем пока.